Уберите это, уберите это. Руслан в публичном доме. Меня видно? А, Русион! Никуда вам подражаю просто. Давай, Рэф, готов? Стрелять ходишь. Куда? Тир. А, старый, когда становишься на щеке, что у тебя? Щетина. Блять, какая нахуй щетина. Нормал бу еще. Ладно, примерно. Следующее слово как раз щетина. Владик, ты че вообще? Надо сыграться, Лех, просто. Где с тобой, блядь, сыгрываться? А спонсор этого ролика – MyCSGO. Здесь ты можешь выбивать отличный дропчик для игры CSGO. Кейсы ютуберов, кейсы с прикольчиками и мемами. Эксклюзивные кейсы, классические кейсы и бонусные. Также разные режимы игры, например, апгрейды, контракты и сражения. Ну и, конечно же, эксклюзивные события. Но если тебе нужен предмет для доты, крути в самый низ, жми вот эту кнопочку. И, пожалуйста, все то же самое, только по доте 2. Также на сайте удобные способы пополнения, быстрый вывод предметов и высокий шанс выпадения хорошего дропа. Так что, если ты любишь открывать кейсы, переходи на MyCSGO по ссылочке в описании и вводи промокод Сиога, чтобы получить бонус на баланс, и вот этот промокод, чтобы получить дневной бонус. Девушка, когда нафуфыривается, хочет кудряшечки сделать, что она накручивает такая ти-ти-ти. Блять! Не знаю, пропусти нахуй. Ну такие кругляши сраньки. Да я конюченьки, мама накручивает такая. Я не помню слов. Говорят обычно, чтоб в тебя въебался машина большой. Грузовик. Да. Сосед вставляет это в стену, чтоб жужжать. А, это... Маленькое! Сверло, сука, блядь! А, сверло! Я хотел сказать сверло, я вспоминал этот... Перфоратор, слово вспоминал... Ой. Охуеть, да маленькое перфоратор! Разговор, когда поддержим, это... Что? Есть такой еще урок в школе. Общесознание, охуеть. Да-да-да, так вот... Ладно, похуй. Есть такой игрок, в Нави играл в харде. Еще... Лисы в жопе, блядь. Вот. Да-да-да. Ваше? Благородие? Что? Нет. Тяжело нам сыграться с тобой, брат. Ваше благородие. Ну, зато хотя бы что в жопе у лисы угадали. Много людей, типа завод, но только отделение завода. Маленькое слово. Цех. 8-кратный есть, 16-кратный. 1x. Прицел. На, ага. Кратос. Большая пчела с большой жопой. Матка! Шершень жужлица. Дальше. Вот ты любишь его пожарить на природе. Женщина. Покушать, блядь. Мясо, шашлык. Месяц. Летний. Третий. Июнь, июль. Третий, блядь, скажи. Август. Пиздюк, который учится... Школьник? Да. В жопе. Клещ. Нет. Черви, опарыши. Ну, по-другому. Геморрой. Англист. Мужик, который с палками, длинными палками на ногах едет, он кто? Инвалид, блядь. Зимний вид спорта. А, блядь, этот лыжник. Есть штаны, а это отрезанный низ у них, блядь, грубо говоря, летом ходить. Шорты. Школьник тупорылый, зачем сидит? Двоечник, за партой, парта. Молодец. Ты пьешь из сиськи коровей. Молочко. Молодец. Ты Джонсон. Бэби. Скала. Ну почти скала. Серег, ты объясняешь пиздец просто иногда какие-то еще. С палками, я думаю, кто, какие палки, блядь? Я думаю, приклеены палки, что это за человек такой, блядь? Втирать вещи относишь куда-то. В прачку, прачечную. Набираешь много воды чем ты. Вот если хочешь. Рот? Нет. Бутылка. Ведро, блядь. Емкость. Ёбаный в рот. Ёмкость. Все, смен сторон, давайте. Первое это не считается. Два тупореза в команде. Короче, у чувака поехала башка и по-другому говорят. Ну да, по-другому только. Кукушка. Добрый Никитич, это кто? Русский? Он богатырь, русский? Богатырь. Это северянин, а это с другой стороны только... Южанин. Хорош, блядь. А приезжаешь на железнодорожную. Станция. Потолок, пол, а посередине хуйняет, как, короче, блядь. Стена. Да. Терминатор. Как фильм «Красава». Нам потолок просто. Сверху, пол снизу, что посередине пустота, блядь. О. У тебя дома стоит зелененькое. Ты полил, и оно вверх. Так, чик-чик. А, растение, цветок. Молодец, молодец. Ты совершил, когда гадкое... Преступление. Молодец. Человек-волк превращается... Оборотень. Ты докурил, у тебя остался маленький такой... Бочок.
блять, ты достаешь и там с порнухой листаешь, что там, как называется? Ты любил играть в детстве? Футбол. Когда Новый год, что бьют? Часы по-другому называются, там, день-день, вот так, ну ладно, похуй. А пол вытирают чем? Тряпкой. Те вкалывают рост, чтобы мышцы эти, блять, росли, такие, гормон. Это мой мальчик, смотрите на него. Серега, ты, блядь, с полуслова можно понять. Так это мозг, один огра на двоих. Бледины. Падает такой большой с космоса. Бомж. Астероид, метеорит. Четверг, между четвергом и вторником. Среда. Звание самое высшее известное. На дереве растет зелененький, белый, лист, просто пишет лист на нем. Я правша. А, ну этот я обосрался. Пик, по-другому. Ну, интеллектуально назови. Ведром ты из снизу достаешь, что крутишь. Из чего? Бля, я не могу. Сам себя разъебал просто. Если бы не разъебался, то колодец бы отгадал. Я сейчас обоссусь, я не могу. Фу, бля, не могу, у меня голова крюкает. В космосе там есть много всяких разных... Астероид, там, звезда. Не, Юпитер, Сатурн, это что? Страна, планета. Школу собираю я... Эшкире портфель. На кассе пятерочки сидит, там тебе чик-чик-чик-чик. Продавщица. Да, только один. Кассир. Один. Продавец. И в конце его покупаю, чтобы сложить все продукты. Корзина, пакет. Есть коза, а это беленькая такая... Козлища, овца. Козлища. В доте дед есть, который шар ставит. Котел. Него! Если мы сейчас 7 наберем, то мы выиграли. Басрюдь. Я сейчас разговариваю через что? Микрофон. Огонь по-другому. Пламя. А я тебе поебал, удал, у тебя что под глазом? Фингал. Я куда тренироваться хожу? В зал. А рыба такая из трех букв. Хуй. Ладно, похуй. Трехлитровая. Бутылка. Банка. Я тебе ебало разбил, как? Team 2 wins. Давайте так сделаем, что за пропуск минус один по нему так вот. Чтобы, типа, ну, не пропускать, а объясняй, блядь. Ну, все-таки да, простые слова. Ну, давай. Я алкоголик ебаный, у меня болит оно. Печень. Признание. Акула, кучика, кулакулака. А, кальмар. Вкусненькое, сладенькое, разворачиваешь. А, шоколадка? Мы с тобой идем на кабана в лес, как это называется? Охота. Женщины снимают и сиськи оголяются. Лифчик. Есть золото, а выше дороже что? Платина. Да. Ну это разъеб. Пачка экзаменов. Цесь? Мы ее закрываем, ага. Лев, рыба, водолей, что это? Животное. Ну хищники. Как? Водолей хищник? А, Владимир. Блять, зодиак, знак. Да, да, говори. Гороскоп, блять. В двери у тебя ты смотришь и курьер. Дырочка, звонок. Блять, помогите, спасите меня, блять. Токсический. Ну-ка, я тебя током ёбнуло, у тебя что? Удар? Ну нет, там руку тебя оторвало, у тебя на адреналине что? Шок. Да. У болота мороженое такое растение растет, эскимо, блядь. Камыш? Да. Мужик едет на хуйне с колесами, какая она называется? Машина? Нет, два колеса очень полезно. Велосипед, мотоцикл. Блядь, да я уже рассмешился, блядь, с камыша. Смокинг, другие, как это все называется общее, типа там? Костюм. Ля мино, ну... Нота. Ля мино. Вот я тебе даю деньги, я убираю. Что я сделал с тобой? Ну ебал. Наебал, но только... Обман. 30%, 20%, что это? Ну как магазины устраивают, типа, что они устраивают? Распродажа. Ты сейчас дышал, а ты буква начинается. А чем я дышал? Акция, акция, да блять. Все, Владик, готов? Угу. Пошли, разведем. Я посадил тебя на что? Трех из трех букв, типа это. Пик. Я тебя посадил на что? Кол. Ну, вот. Где я смотрю, сколько у меня набежало электричество? Ну, или на воду стоит, тоже смотришь, как это называется. Ну, блядь, Ну, я подсказал, блядь, счетчик, блядь. Иван Грозный в конфе, я тебя на что сажал? Лех просто на троне сейчас сидит там, блядь, в шапке, нахуй. Okay. Я тебя на что сажал, холоп? Ну, разъеб засчитан. Так, погнали. Ой, блядь, нахуёво, я не могу, блядь. Шалом. Кто говорит? Привет, еврей. Девушки себе волосы так собирают, а тебе этой штучкой тик. Блять, заколка. На жопе может быть, везде на теле может быть такое пятнышко. Не выдавливается. У тебя родинка на жопе. Заяц только дикий. Волк. По-другому. Ну по-другому заяц, блядь. Кролик. Белорусы сажают. Картошка, картофель. Карточка, ты что, дебил? А, блядь, я не дочитал слово. Блядь, я слово не дочитал, но картошка написано. Я такой нашел сразу. Уже 2 секунды оставалось. Поговорка такая. В жопе. Поговорка. Меняет мыло на это. Шило. Поговорка. Шило в жопе. Что у тебя в жопе, пломбир? Древний рождался из яйца, вымер нахуй.
Динозавр. Молодец. Я плыву по... Течение. Я выиграл чемпионский... Лотерея. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился этот ролик и поднял настроение. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, долбите колокольчик и пишите ваши комментарии ниже под видео. Я, как всегда, желаю вам хорошего настроения, всего самого наилучшего, удачи, пока!